Наши люди совковой формации почему-то до сих пор уверены, что в мире был только один единственный союз – тот, в котором они жили. Хотя на разных континентах существует не менее сотни экономических объединений. Это так называемые региональные торговые зоны, где на равных условиях ведется больше половины мировой торговли. Есть североамериканский, азиатско-тихоокеанский, южноафриканский и прочие экономические союзы. Но самым крупным считается европейский, где в прямом смысле стерты физические границы. Талгат Куспаев отправился в Европу и попытался глазами обывателей изнутри взглянуть на европейскую жизнь, точнее узнать, что же получили рядовые жители ЕС от своего союза. Фильм «Безвизовый режим» из документального цикла «Бюро расследований» сегодня в 18:30 на нашем канале.